суток, жители и гости Матвеева-Курганского района. Хотелось бы напомнить, что по решению Матвеева-Курганского районного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с рекомендацией Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, на основании постановления правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года номер 272, прием заявителей в МФЦ Матвеева-Курганского района осуществляется в 2021 году по-прежнему в режиме предварительной записи. Предварительно записаться на прием в МФЦ можно самостоятельно на портале «Единой сети МФЦ Ростовской области» mfc61.ru, либо с использованием приложения МФЦ Ростовской области, либо с использованием приложения «Мои документы». Также записаться можно по телефону +7 863 41 234 81, либо +7 863 41 234 77. Обращаю ваше внимание, что предварительная запись в офисы МФЦ на новый временный интервал открывается ежедневно. Если запись по услуге на портале МФЦ не активна, это означает, что все талоны в данном офисе уже выданы. Хотел бы акцентировать внимание, что в начале 2020 года в новой редакции постановления правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года номер 1376 об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг претерпели изменения условия обслуживания заявителей, в соответствии с которыми МФЦ Матвеева-Курганского района с марта 2020 года по средам работает с 12 до 20.00. Для соблюдения требований Роспотребнадзора по уборке помещений в режим работы МФЦ в 2020 году был введен перерыв для проведения санитарной обработки помещений. Актуальную информацию о режиме работы, контактных данных вы всегда можете узнать на портале сети МФЦ Ростовской области mfc61.ru. Хочу напомнить режим работы Центрального офиса МФЦ Матвеева-Курганского района. Понедельник, вторник, четверг, пятница. С 8 до 16.12, перерыв с 12 до 13.00. Среда с 12.00 до 20.00, перерыв с 16.00 до 16.48. В субботу МФЦ работает с 9.00 до 13.00. Спасибо за внимание.